Серьезнейший вопрос от Александра Васильева. Дело в том, что прошлый вебинар я рассказывал, а вопросов было два или три. А на этот я не ответил. Я не понял из вебинара, как тот один абрикос, что я видел в питомнике, опылился. Вот. То, если опылил сам себя, кстати, ничего тут особого нету, вот, я его вопрос ставлю шире. То есть, да, плодоносит, да, у него нет супруга, но тем не менее опылил, ну и на здоровье. Такие вещи бывают. Но я всегда ухожу не в сторону, а пытаюсь разъяснить гораздо серьезнее вещи. Дело в том, что самоопыление, вот, это очень-очень плохо. Даже сорта, которые мы называем самоплодные, нуждаются в супруге. Это очень важно. Вспомните то, что я называл овечками доли в Сироне. Здесь нужен супруг. Вот. И даже, это дальше пошло чисто железовское мое, даже самоплодные деревья, которые мы, ура, самоплодность посажу один, даже самоплодные деревья нуждаются в потомстве наиболее здоровым. Для этого даже им нужен супруг. Они готовы к соитию, но не скажем деревом. Здесь начинается что? Деревья, когда-то, я уж коротко скажу, не читая ничего, я фактически стопроцентный самоучка, вот. Когда-то, может быть, началось с одной клетки, с одного дерева, в разных условиях, дальше уже по Мичурину пошло разделение качеств. Абрикос пошел, стал абрикосом, потому что ему нужно было, он попал в засушливые места, ему нужно было бурить на десяток метров, искать воду, вот. Там, где было сыро, мокро и близко к грунтовой воде, там получилось слива. Чуть-чуть другие качества. А потом оказалось, что они настолько разделились, что не могут опылить друг друга. И если сейчас существуют гибриды абрикоса со сливой, то это уже искусство ученых. Это уже крайний случай. Это особая методика, особая работа. Вот, искусственное опыление. А в жизни бывает так, как вот здесь. У меня вот этот снимочек сделан в моем саду. Сбросил урожай не весь, а две трети. Только одно единственное дерево. Я смотрю на него, а рядом с ним, рядом с абрикосами, которые размером до 100 метров, я ниже покажу вам их. Вот. Не это самое, около 100 грамм. А тут же рядом абрикосы, которые чуть больше ногтя. А у меня их столько, на десятки, на двух деревьев, ну, примерно как с густотой облепихи. Они вроде бы несовместимы. Несовместимы. То есть вот этот огромные плоды взялись, наверное, кто-то опылил другой, а не вот этот, который размером с большой ноготь. Вот. Но тем не менее, вот в данном случае, видимо, я догадываюсь, почему это дерево культурное, почему оно сбросило, это королевский абрикос, почему он сбросил уже готовые плоды, полуготовые. Проявилась генетическая несовместимость. Вот и все. Вот. Но там, где все-таки плод получился, у него получается, не сбросил, если папа и мама, это идеальный вариант. Как делать дерево? Догадка моя, но реальная. Вначале у нее в миллиметрах находится один половой орган от другого, песик от личинки, в миллиметрах друг от друга, и не опыляет. Ага, скажут ученые, генетическая несовместимость, сам себя не может. Правильно, большей частью случаев так и происходит. Генетическая несовместимость, сам себя не опыляет. А если опылит, ну, наверное, такое дерево имеет меньше шансов на здоровую жизнь по сравнению с тем, которое опылил сосед или соседка. И вот, значит, готовая пестик ждет пыльцу, а пыльцы нет. И только в последний момент дозревает личинка и опыляет его. И то, что у вас получилось полностью, абрикос прекрасно плодоносит. Ну что ж, плодоносит. Но радоваться этому нечего. Два абрикоса лучше одного, три лучше двух. Или такой, какой мой сад. Вот то, что я вам показал, это мне Бог...